Добрый день, уважаемые трейдеры! В данном видео мы поговорим о том, как получить безрисковую сделку, если вы получили убыток, торгуя через брокера Pocket Option. Итак, для того, чтобы отменить убыточную сделку и вернуть на свой счет обратно $10, переходим в Market. Так как нас интересуют безрисковые сделки, то переходим на вкладку «Без риска». И в данном случае нас интересует самый первый пункт, а именно отмена убыточной сделки на $10. Вернуть $10 на счет можно двумя разными способами. И один из них — это покупка за кристаллы, как в данном случае. А второй — это использование специального промокода, который также дает безрисковую сделку на $10. И для начала давайте рассмотрим получение безрисковой сделки за кристаллы. Купить безрисковую сделку на $10 мы можем за 5 кристаллов. Но обратите внимание, что чем выше уровень вашего профиля у брокера, тем большую скидку вы получаете на покупку предметов из маркета. И в нашем случае мы получаем скидку на все покупки до 20%. Получить зеленые кристаллы или любые другие виды кристаллов можно при помощи промокодов, которые постоянно появляются и обновляются на нашем сайте в специальной статье с промокодами, ссылку на которую можно будет найти под видео. Если же у вас не хватает зеленых кристаллов для покупки безрисковой сделки, то их можно получить и путем обмена красных и синих кристаллов. Для этого переходим на вкладку «Кристаллы» и опускаемся в самый низ. После чего можно купить зеленый кристалл, обменяв их как на красные, так и на синие. Для этого нажимаем «Купить» и подтверждаем покупку. Также обратите внимание, что купить зеленые кристаллы можно и за красные кристаллы. Если вам не хватает всего пару красных кристаллов, то можно подняться чуть выше и увидеть, что один красный кристалл стоит всего лишь $2. И покупаются они таким же образом. Теперь, когда у нас есть нужное количество зеленых кристаллов, возвращаемся обратно в раздел «Без риска», где нужно на панели справа активировать покупку данного кристалла. Для этого нажимаем «Активировать», «Подтвердить», и теперь у нас стало на один кристалл больше. Безрисковая сделка покупается точно таким же образом. Для этого нажимаем «Купить», после чего «Подтвердить», и таким же образом активируем нашу сделку, после чего нас автоматически перекидывает в историю торговли. Далее, если это необходимо, находим убыточную сделку, а если она уже найдена, то можно просто нажать «Отменить». Обратите внимание, что у нас на счету сейчас $26,287, нажимаем «Отменить» и получаем $26,297. По итогу мы вернули на счет $10, а сама сделка была отменена. И также, как говорилось ранее, безрисковую сделку можно получить при помощи промокода. Для этого в личном кабинете на нашем сайте необходимо перейти на вкладку «Задать вопрос», после чего написать о желании получить промокод на безрисковую сделку на $10. Активировать полученный промокод можно у брокера Pocket Option в разделе «Промокоды». Все остальные промокоды можно также найти на нашем сайте в специальной статье, ссылка на которую будет под видео. А если вы хотите получить еще больше полезной информации, то найти ее можно на нашем сайте по ссылкам под видео. Удачной торговли!